Завтра в Чувашии стартует финал спартакиады для воспитанников детских домов «Спортивный олимп Приволжья». Все 14 регионов нашего округа подтвердили свое участие. Первой команды уже приехали, и наша съемочная группа встретила одну из них. Команды приезжали в течение дня. Кто-то на автобусе, кто-то железнодорожным транспортом. Завтра более 300 воспитанников детских домов выйдут на старты. Программа соревнований весьма насыщенная. Ребята из Нижнего Новгорода – постоянные участники спортивного олимпа. Ну, не один раз мы занимали призовые места. И, конечно, мы очень рады, что опять попали в ваш чудесный город Чебоксары. Ребята настроены все по-боевому. Ну, хотим победу, победу, только победу. Несмотря на 6-часовой переезд и пасмурную погоду, ребята не чувствуют усталости. Они готовы с равным энтузиазмом ходить на экскурсии, танцевать на дискотеках и, главное, бороться за победы в 9 видах спорта. Мы приехали побеждать. Я участвую в волейболе и в беге. С настроением я приехала хорошим. Ни разу еще не была в этом городе. Хочу посмотреть, как тут интересно. И очень хочу занять первое место, чтобы наша вся команда заняла первое место. Подобные соревнования среди детских домов являются частью проекта «Вернуть детство», который успешно реализуется с 2009 года под патронажем полпреда президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Организаторы уверены, что именно спорт может объединить ребят с нелегкой судьбой. В Чувашии спортсменов примет третья спортивная школа Олимпийского резерва в Новочебоксарске.